Всем привет, с вами московский метростроитель Майнкрафта. Я теперь строю новую станцию Орехово, конечно же. Я успела сделать скриншот этой станции, теперь не придется мне все время в Google заходить, поэтому давайте-ка строить пол. Я посмотрела на фото станции Орехово, давайте-ка теперь его строить. И спасибо за 20 подписчиков. За 20 подписчиков я буду снимать как я строю станцию Орехово. Так. Ну, конечно же, я попробую построить Орехово, потому что прям потолок, где там освещение, прям выглядит как будто просто никак не построишь. Но я попробую построить эту станцию, конечно же, мне чуть-чуть пролагало. Так, поесть. Далее. Вроде бы должны быть такие вот колонны, например. Давайте-ка попробуй-ка это отсюда. Давайте-ка отсюда тогда. Так, вот так вот попробую. Так, нет, все идеально. Все правильно делаю, конечно. Так, если что-то не так, поправьте меня в комментарии. Потому что я очень обожаю стримы московского метро. Потому что я очень сильно люблю строить московское метро в Майнкрафте, наподобие Артема Сетакова. Тогда я давайте-ка зайду сейчас на фотку этой станции. Так, эта станция. Давайте-ка попробуем сейчас сделать стены такие. Давайте-ка посмотрим. Стены выглядят ну, таким вот образом. Сейчас где-то. Вот, давайте-ка вот этот вот воспользуемся тогда. Короче. А, это все сделано, извините-ка. Я думала, что мне придется опять сделать стену, конечно же. Но нет, все готово. Давайте-ка это все делать, потому что я уже привык к примеру Артема Сетакова, поэтому. Конечно, я понимаю, что строить тоннель с два бока – это для дела нуба. Но для ради стрима я не против построить это. Так, теперь с другой стороны. В принципе, мне реально кажется, что Орехово – это как орех. Но там есть, конечно же, ну, что такого интересного есть на Орехово. Конечно, мой друг Алексей Купцов тоже живет на Коломенской, а второй друг, Китамин Алексей, живет на Царицыной, конечно же. Почти что ближе к станции Орехово, но не совсем так. Так, стены есть. Так, заходим теперь в эту фотографию. Так, далее. Ага, еще на стене там сверху черненькая полоса. Хорошо. В принципе, это видео я долго не буду снимать, я только 10 минут снимать. Так, давайте-ка воспользуемся блоком угля тогда. В принципе, так себе. Пока на временно не появятся текстуры на ПК компьютере Майнкрафт. Ну просто. Ну, в этой версии Майнкрафта интересно даже без текстур. Так, есть. Я еще помню то, что там еще должно быть какое-то освещение. Давайте-ка посмотрим. Я как раз подготовил. Так, так, потолок этой станции выглядит таким вот образом. Давайте-ка попробуй-ка сейчас его сделать из, ну, если, конечно, найдется такие полублоки.
этой станции. Давайте-ка поищем. Ну, в принципе, я на новой версии играю, поэтому есть. Так. Ну, давайте-ка сейчас попробуем вот так вот сделать. Где здесь центр? Ладно. Короче, это где-то выглядит вот так вот. Сейчас покажу. А фонарь, который там наверху находится, я использую стержень края. В принципе, неплохо получается, конечно же. Да, давайте-ка я теперь с той стороны. Оказывается, все-таки можно построить орех, если, конечно, зайти в Майнкрафт 1.16.063, потому что я на этой версии играю для того, чтобы именно и строить станцию орехово. Давайте-ка теперь загородим вот этим вот кварцевым блоком. Полностью давайте-ка закроем эту станцию, чтобы не просекался свет. Так вот до конца. Но не так уж сильно. А потом уже и стержни потом добавлять надо. Сейчас возьму-ка. Вот, сколько времени. Есть еще время до этой станции, чтобы построить его до конца. Я же не снимаю стрим, чтобы можно было видео снимать целый час. В принципе, строительство этой станции, конечно, не час идет, а намного меньше времени занимает. Так, давайте-ка теперь вот так вот попробуем. Вот так и вот так. Оценивайте, нравится так или нет. Потому что мне кажется, что прикольно. Потому что, ну, я живу на Замоскворецкой линии, поэтому я должен строить станции на своем линии метро. Да что ж такое? Давайте-ка возьмем заново. Так. Так, теперь второе. Ну, я точно думаю, что вам это понравится.